Франко, che fai? Pasto al riso. Спрашивает Франко, что делаешь? Он обжаривает рис. Dopo cosa succede? Bada. Что здесь такое? Это cosa cos'è? Cos'è? È salsa? Prosciutto, salsiccia e... E piselli. Эпизоды. Будем смотреть, что он делает. Здесь кусочки мяса, сальчичи. Это типа купаты, наверное, да? И зеленый горошек. Так, там бульон. И come si chiama questo piatto poi? Si chiama riso con piselli. Я говорю, как называется это блюдо? Он говорит, как это называется? Рис с горошком, зеленым горошком и с кусочками мяса. Ma dove trovate questa ricetta? Su internet. Я говорю, где ты взял рецепт? Он говорит, в интернете. Sicuro che viene buono? Ты уверен, что будет вкусно? Se no c'è la finestra. Он сказал, ну есть же окошечко, если не понравится, выбросим. Sei spiritoso. Ты остроумный, а? Остроумный шутник. Voilà! Voilà! Я сам фильм. Ora fai tradurre quel che ha detto. Il gioco è fatto. Ah, это он на французском сказал, а говорит, теперь переведи. Он говорит, игра сделана. Будем ждать готовые блюда. Друзья, Франко рулит.